Здравствуйте, это канал Максмадзе, и снова модный летсплей по Майнкрафту. Короче, сегодня мы думаем сделать броню из того, что имеется у нас из ресурсов. Попробую для начала сделать нагрудник из рупиевых слитков. Только нагрудник получается у меня сделать. Ну уже согласись, он довольно-таки прочь. Хорошая из него броня получается. Из реалмита что я могу сделать? Могу сделать шлем и штаны. Штаны за 40 гривен. О, обалдеть. Это ничего, что я королем стал? В плане? Ну, в плане ты увидишь сейчас. А в плане то, что посмотри на меня. Да нормально, ты чё? Как мне смешно стало. Немножко. Мне тоже. Ты, кстати, не заметил, сколько я уже выровнять успел? Ну, нет. Блин, земля заканчивается. Так, я один орелмитовый слиток у тебя возьму. Мне одного не хватает для ботинок. Ладно. Кошмар. Еще земли сейчас надо будет. Хай взять. А ботинки из него не делаются, что ли? А. Они делаются из двух таких слитков и это... Из двух железных, оказывается, а не из четырех таких. Нормально так, чё нет. Ну ладно. Я тогда сделаю еще себе запасные. Фух, так, ладно. Так, ладно, я, в принципе, броню себе неплохую сделал. О, мне бы сделал бы кто-нибудь. У меня броня почти 100% броня у меня. А ты можешь мне что-нибудь сделать тоже? А, сейчас, ладно. Придется взять эти. Где вы? Я тебе реалмит могу дать, если надо. Я тут в сундуке смотрю, что есть. Есть ареалмитовые слитки. Реалмит еще есть у меня. А, точно. Реалмит, так, где у тебя лежит? У меня здесь в инвентаре. Тебе сколько надо, чтобы не взял? Ну, давай все, что есть, посмотрим. Ладно, давай. Хватит ли на всю броню это или нет? На 17 штук всего лишь. А, нет, на полную броню не хватит, короче. Ну, сколько хватит. Посмотрим, что можно сделать. Сделаю тебе корону. Не, корону не надо, какую-нибудь другую. Да блин, я сделал уже. Ладно, давай, все равно. Ну и ботинки. Все ровно хватает. Что-то выбросить надо. Сколько блоков у меня улетает? Просто стак за стаком земли улетает. На. Ой, очень спасибо. Так, блин, а как? А, придумал. Так, потом вот так. А поножи бы какие-нибудь, блин, еще. Поножи, блин. Так. А ладно. Из этой. А. Орелмитовых слитков хватает, чтобы сделать поножи. Железо. Это великолепно. Ох, нифига, так, сколько заработал штаны. Я тебе кинул штаны. Слышь, я кинул тебе штаны. Ага, сейчас иду. О, это великолепно. И что, сколько мне брони даст? Ай, почти все. Почти все? Одной половинки не хватает, да, наверное? А, два. Два? А у меня половинки еще не хватает.
до полного. Надо еще сделать лопаты и топор новый. Заранее сделаю. Фу-ху-ху-ху. Так, в этой серии мы должны пойти в ад. Да. Забывай это. Сейчас это я уже, в принципе, готов идти в ад. Не знаю, как ты, а я, да. Тогда я сейчас это заровняю здесь, потом надо разгрузиться максимально, оставить только полезное, потому что, наверное, я что-нибудь оттуда потащу по-любому. Зная себя, я таскаю обычно из других измерений все подряд. Авось в хозяйстве пригодится, как говорится. Чем занят там? Ступеньками. Которые давно сделать пора было. Мощно. А у меня вот тут... Зачем факел стоит? Выравнивание участка идет полным ходом. У меня вот выравнивание полным ходом идет. Блин, блок мешает. Рамки еще надо будет создавать. Кстати, сейчас надо будет сбегать, посмотреть, что там по карьеру. О, хватило ступенек, отлично. Сейчас здесь подровняюсь и пойду. Что это за... Посмотрю, что по карьеру. Что это за инвентарь появился такой вообще, блин? Че? А. Все, понял, ничего особенного. Я не помню, конечно, какой-то мод мы использовали раньше, когда с Данилом играли. Там дополнительное место в инвентаре у тебя появлялось. Это... Не знаю, может, эти рюкзаки... Тогда, когда... Рюкзаки, может быть? А, нет. Или да. Блин, не помню. Так, этот проход надо нафиг заделать. Только какой уголь проход? Сначала отсюда собрать. Опять уголь тыришь у меня где-то? Нет, под землей у себя тут уголь нашел я. Надо, кстати, уголь запасать, потому что расход большой угля будет скоро. О, да тут уже еще заравнивается территория так быстро. Махом почти что. Практически готово. Так, я в принципе уже готов идти в ад. Не знаю, как ты. Вообще подожди меня, потому что я сейчас засыплю, да. И все, и пойдем. Надеюсь, ты знаешь, где находится портал в ад. Да ладно, я знаю. Ты оформление ада доделал, нет? Да. Ступенек как раз таки хватает. Вот только жаль, что Keep Inventory True этот не работает. Ух, если помирать, то, блин, жестко будет это. Я поставлю желательно точку прямо возле портала, чтобы появляться, чтобы не постоянно не спускаться туда. Так. Я почти засыпал, ура. Ты хоть посмотри, сколько уже готово. Ад. Чего готово? Ну, сколько я уже выровнял. Проверим сейчас. Так, блин, окей. А мой проход-то точно идет в карьер. Надо будет это поправить потом. Вот потом берешь и копаешь по-другому. Да без проблем. Я сейчас быстро разгоняю, разгружу карьер, потому что мы неизвестно сколько сейчас уйдем. А карьер может начать выпулевывать все ресурсы сюда. Неплохо, так ты делаешь дом свой. Ой, блин, зачем я спрыгнул? Тут же лестница есть. Не знаю. Сейчас быстренько тогда.
Надо будет, надо печку и сундуки, наверное, перетащить к тебе в дом будет. Так, во-первых, кончилось топливо, во-вторых, охлаждение кончилось. Нету места тут, нету места, и здесь тоже нету места. Жаль. Так, Сундуки накачиваем. все заполнены. Некуда ничего Офигеть. класть. Надо освободить место в инвентаре, прежде чем в ад идти. А у нас беда. Да ну. Ладно, так, пойдем сейчас в ад, но после того, как я сейчас здесь все говно сброшу сюда. Потому что у нас заполнены сундуки даже До отвала, до здесь. самого, да. Да. Так, складом займемся чуть позже. Так, все, вода накачалась, наверное. Нет. Чуть позже докачаем воду, все. Сейчас. Надо создать тогда какой-нибудь сундук одиночный, чтобы просто скинуть туда. Ресы. Надо сундук. Ты давай сейчас поспим. Я свой сундук с утра создам В и будем принципе, ват. в ад не обязательно идти с выспавшимся. Мне нужно просто сундук сейчас будет скрафтить, сходить. Чё, куда ты, в подвал пойдешь или наверх? Я у себя тут сейчас наверху быстренько скрафтую сундук, сложу ресурсы необходимые. Я тебе кровати дать могу. Если надо. Но пока не надо, я сейчас быстренько сундук скрафчу. Потому что я из того дома кровати две осталось. Так, сейчас быстренько забираем все отсюда Тын-дын. и валим на все четыре стороны. Еловые нам не нужны даром. Я, короче, в кровать уже. Ага, сейчас, погоди, быстро. Буквально пару секунд, пару секунд. Да. Пару секунд, Макс, пару секунд. Так, все, я бегу в кровать тоже. Че, в подвале спишь, что ли? Я в подвале, да. Так что иди А наверх. мне поспать? Ладно, Наверх. я бегу наверх. Наверху-то даже, наверное, лучше. Да блин, какие монстры рядом? Да и не знаю, на мини-карте нету, кстати, монстров рядом. У меня есть. Странно очень. Опа, рамки у тебя есть. Мне тоже надо будет рамки. Ты у меня рамки не воруй. Басемент. Что значит? Бейсмент. Это, ко мне в дом. Надо тогда сейчас что-то решить с монстрами еще. Сейчас располагайся, короче, там тогда. Сейчас Ладно, я разберемся, внизу расположу. что тут за монстры. Я не вижу монстров никаких на улице, если честно, вообще. Тогда попробуй Я уснуть нашел. теперь. Нашел монстр. Коблин тут. Коблин Нашел? тут. Боже, они, эти коблины вот прям в самый неожиданный момент появляются. Все, спим. Ура. Че? В ад. Let's go, what? Так, еду берем. У нас только хлеб из еды остался. Все. У меня картошка есть с собой. А, я лбом бьюсь. Слушай, возьми на всякий случай блоков каких-нибудь. У меня много блоков. Земли, например. Есть, не волнуйся. Итак, дорогие друзья, Так. короли идут в ад. И я уже вижу Ифрита и крепость там, по-моему, уже сразу появилась. Так, надо поставить точку, Где? чтобы не потерять портал. Портал домой. Готово. Нифига, как она реально копает так быстро. Да вообще, как будто в креативном режиме мы. О, мухоморы. Да. Даже быстрее еще Из этих, них, пускай, это из накопает. мухоморов можно ли что-то полезное сделать? О, назаритовая руда. Из нее что-нибудь можно скрафтить будет. Да, можно. Броню, например. Кстати, можно Залутаю. из этих. Тут еще где-то этот
камень крови, и из него можно будет сделать этот. Кого? Меч, который восстанавливает здоровье. О, это хорошо. Я кварц копаю, короче, тут возле портала. Я знаю, что я кварц копал. А, вот, светокамень нужен нам. Ой, так, лава. Я за светокамнем сейчас полезу. Так, угадайте, круто, куда я? Причем я мы наверх. Заспаунились прямо возле крепости. Я Адский. Знаю. Это... Ой, ифриты внизу стреляют. Да подумаешь. Ничего страшного. Ну, ничего страшного. Если я, кстати, превращусь в ифрита, это было бы очень полезно. Давай, поднимайся ко мне, ифрит. Ой, как... Ой, не упасть бы еще. Ох ты. А, и горю. Он попал в меня. А ты не гори. О, я убил ифрита. Я стану ифритом, и мне будет легче. А где душа ифрита? А, вот. Всполох. Он теперь называется, блин. Какого-то черта. Блин, вот только единственное, что мешает, это дым. Я выключу частицы на время. Где частицы-то ее? Элементы игры. Частицы у нас где? Настройки графики. Да, по-моему, в графике где-то должны быть. Графика быстрая. Почему у меня графика детальная вообще? Я не знаю. А, я могу и летать за ифрита, прикольно. Балдёж, что могу пригодится. Сказать. О, сколько светопыли, прикольно. Подбери, потому что я ее тут накопал немножко. Ифритом быть мне будет очень полезно. И советую тебе тоже убить ифрита. Ой, лучник какой-то. Дикий огонь. Ай! Ай! Больно. Бьем скорее его. Почти два стака накопал. О, слушай! Он меня убьет сейчас. Тебя так убили, по-моему, не? Ну вот, уже убили, да. Сейчас я буду заниматься... Хорошо, что я не над лавой умер. Я могу вещи еще забрать. А, то есть свинина с них не дропается? Блин, грустно. What is this? Жалко, конечно. Вот из Дейсон. О, вон еще. Это пыль. Ай! Этот лучник очень-очень больно бьется. Эй, не падай. И тут рядом с ним, кстати, этот Blue Gem. Ну, то есть этот кровавый камень. Это идеально. Забирай его. Ай, не блин, больно он стреляет. Я вещи из-за него не могу подобрать. Сколько? Свинозомби. На меня загрели свинозомби, погоди, что это такое? Еще этот андроид тут фиолетовый. Я, кстати, тоже его заметил. Мне бы найти мой меч и кирку. Где они? Ты не подбирался, честно? Нет. Ну, блин, как я теперь их найду? Я не могу подобраться туда, пока этот лучник там стоит. А, вот еще блоки мои. А, вот он, мой меч. Обалдеть, какая чистота стрельбы у него. Пулемет. Пулеметчик хренов. Точно. О, золотой меч. Кусочек золот. Незеркварт. Ай, светопыль, короче, больно. Я пошел фармить светопыль. Ой, только бы не над лавой. Так, это камушки. Дайте мне еду. Блин, а еда осталась там где-то внизу. Так. Скинуть бы этого лучника вниз нафиг. Опа! Короче, мне сейчас опасно спускаться туда. У тебя еда какая-нибудь есть?
У меня 64 хлеба осталось. Дай, Тут. пожалуйста, немного, мне надо... Ой, паук идет ко мне. Ну, блин, ты уже исчез. Мне срочно надо чем-то пожрать. Я не могу даже в ад. Я не могу даже зайти в портал. Сейчас. Мне не подойти сюда, тут пауки. Очень опасные. Ай, сейчас, сейчас, сейчас. Мне нужна еда срочно. Погоди, меня гасит толпой, погоди, меня гасит. Тут очень опасно. Адский паук, он может одним ударом убить тебя за раз вообще. Иди сюда ко мне. Давай, скидывай мне еду скорее. Пока до меня паук не добрался. Где ты, кидай скорее сейчас, еду. Сейчас. На. Так, ну, паук уже... Отлично, я теперь вещи я там подобрать не смогу. И у меня тоже загасили. Блин, там столько светопыли всякой разной, важно. Там мои вещи все, блин, остались. А, Макс, бежим отсюда. Ты что наделал, блин? Это не я наделал. Надо сейчас вещи кто-то взять. Ай, блин, нам. Ну к... И в портал теперь даже не зайти. А нам нечему убивать, все вещи там остались. Так, нам нечему убивать, говоришь, да? Надо сделать бы какую-нибудь защиту от нарушителей там, в подвале. Но у него хп вроде мало, так что... Ты... Макс, мои вещи тоже, пожалуйста, забери по-быстрому сейчас. Если у меня место в инвентаре будет... О, повезло, что я... Повезло очень. А мне туда не подобраться, там паук. Надо увести пауков сначала отсюда, а потом уже вернуться за вещами. Ой, бля, хомуха. Они идут за тобой прям. Макс, а я забираю все ресурсы, что у меня есть сейчас здесь. Свинозомби надо не трогать, короче, мне ни в коем случае. Иначе проблем станет еще больше. Так, все, я забрал все ресурсы, это просто. Мне надо увести этих пауков куда-нибудь в лаву вообще. Так, я наверху, все хорошо. Ненавижу этот. Фу, все, избавился я от пауков. Наконец-то можно вещи подобрать. А ты их забрал уже все, наверное, вещи. Я уже забрал все вещи. И где они? Все твои, так. И где ты? Я выкладываю тебе в сундук. Погоди, так. Ты что, обратно что ли вернулся? Да. Блин. Так. Чего тебе опять не нравится? То, что придется... Где тут? Так, реалмитовый меч. Так, где? А, вот. А что, все, что у тебя было, что ли? Хочешь сказать? А, палки еще твои были, по-моему. И у меня много чего там было. У меня картошка там была, у меня до хрена всего там я было. Я остального не нашел. Кирка у меня там была. Я только это нашел. Замечательно, там больше ничего нет. А, еще твои реалмитовые штаны еще нашел я. Так, да. Штаны твои реалмитовые, все. Кидай скорее. Задолбал этот дым вокруг меня уже, если честно. Где ты? Где штаны? Да лежат там в сундуке. Уже все лежит там. Все на месте, не переживай. Так. Ботинок и шлема не хватает. Кирки не хватает. На остальное, ну там где-то, наверное, валяется. Блин, вот то, что я могу летать, это уже очень удобно. Правда, вот зрителей будет очень раздражать этот дым перед лицом. Наверное. Но надо, короче, постараться не трогать свинозомби. Так, а мне надо сейчас... Ладно, тогда займусь пока теплицей, раз ты в аду. Я тогда теплицей покормлюсь. А где еще зеленый краситель? У меня еще был зеленый краситель. Это точно знаю. Так, вещи все остальные, значит, исчезли бесследно. Нету нигде. Как ты так умудряешься, я не понимаю. Ну как умудрился? О, ни кирки, классно. Ни еды, ничего у меня теперь нету. Че, вообще ни шиша нету? Вообще все вещи пропали. Пипец. Мне...
Мне брони не хватает, блин, столько сделали и все просрано теперь. Так. Не успели вовремя взять, вот и все исчезло. Грустно, конечно. И реалмита больше нету у меня. Он и у нас. И кирки нету больше у нас нормальный. Кварц и весь, который я собрал, исчез. Жесть. Еще один паук за мной гонится, надо увести его. Короче, в ад не сильно-то мы с тобой готовы идти, по-моему. Вообще не готовы, я бы сказал. Все вещи просрал, блин. Все, что было, просто все просрал. Столько важных там. Придется, короче, топать в пещеру, искать там новые ресурсы. Для кирки. Выращивать. Спать надо опять. Ну так, спим, все, спим. Кто дверь не закрывает у меня дома? Угадай, кто? Ты? Угадай, где я? Че ты везде закроешь дверь, и тогда и зайду. Я так тут кто, пока подрюхну. Так кто там дверь рядом закрывает? Открывает и закрывает, блин. Отлично. Да ты... Это, или это глюк какой-то был? Классно, я забагался, потому что ты не спишь, по-моему. У меня день уже наступил. Так, а у меня баг произошел. Хорошо, перезаходи. Попробуй меня убить. Где ты? Я вообще тебя не вижу. А, класс. Грустно. Я вообще тебя не вижу на карте нигде. Ну-ка, ТП. ТП. Попробуй меня к себе ТПшнуть. Что будет? А. Блин, вообще не. А, ты тут наоборот, говорю, перезаходи. Наоборот, перезаходи. Классно. Перезаходи. Перезаход. Только перезаход и решит все. Поставь на паузу запись. Так, я. А я не могу найти цифры эти. Чат. А, вот, можно же листать. Что, готов цифры писать? Погоди, на паузу ролик поставь. Зачем? Я с Майнкрафта только смог выйти. А зачем из Майнкрафта? Что, из мира не мог выйти? Нет. Он тупо завис на том, что типа... Давай запускаем Майнкрафт. Я запускаю Майнкрафт. Все, загрузка пошла. Отлично. Да, замечательно, короче. Пошли, хотели пойти в ад, чтобы там много чего полезного добыть. В итоге я просрал там все. Все свои вещи. Просто. Алмазный меч только хорошо сохранился. Хоть и на том повезло. И еды у меня нету. Картошка есть немного выращенная. Надо ее собрать и пожарить. А затем отправляться в пещеру за новыми ресурсами. А я немного этого собрал. Светокамня. Так что не переживай. Я тоже немного собрал, но все просрал. Жесть. Так, по-моему. И вот, по-моему, вот так. Да, было куча вещей, из которых Андрей нашел только 5. Так, я не понял, как оно крафтится, это стекло. И железо у меня кончилось. Что за невезуха, а? Так, как крафтится это драное стекло, я не помню. Придется у тебя немного железа взять. И сделать кирку так себе. А, доска нужна. А не палка. Нафиг я палок сделал столько. Так, стекло, это делать невыгодно. Чем очень невыгодно, я бы сказал. Я самое святое просрал, корону. Кошмар.
Очень сильно святой прям, да? Да. Блин, картошка не так уж и много, если честно. Жратву устанавливает. Хлеб больше дает. А ты что там хомячишь уже? Ну как, картошку? У меня картошка только есть. Ничего больше нет. Вот как. Хлеб кончился давно. Так, ладно, пока насчет тепличного стекла повременим, надо просто стекла сейчас. Я пока будет иду нажарить. Какую-нибудь пещеру что-нибудь там искать. А я пока займусь тепличным стеклом и займусь... А, зачем я сюда пошел? У меня здесь огромная пещера есть. Пока строительством теплицы большой. Так, это вот получается я... А, я вон как отступил, нифига. Круто вышло. Так, вот получается... По-моему, вот я в этой собирался. Пещере был уже. Раз, два, три. Кирим. А, факелов нету. Три. Ну ладно, сейчас будут факела. Сейчас уголь накопаю и будут факела. И нет, надо пошире сделать теплицу, я думаю. Шире. Будем делать тепличку. Так. Так. Нет, тут три. Типа 40 факелов, хорошо. Раз, два. Железка три. Есть, отлично. Ой. Стоит, кстати, а признать, что тепличный. Большая часть железа, которое я собрал, ушло на тебя. А чё нет? На твои лопаты. Зато сейчас участок хотя бы у нас ровный есть. Скажи спасибо. Ну да. Копаем уголь. Много надо угля. Надо будет реалмит искать. Новый. У нас сейчас карьер есть. Сейчас будет пассивный доход, считай. Ну да. Ресурсов-то. Я тут небольшую тепличку строю. Надеюсь, что она в ней поместится. Все ресурсы, которые нам будут нужны. Что-то есть, по-моему. Это паутина, что ли? А, не, тут шахта, что ли, есть? Ничего себе. Я нашел шахту. О, крутяк вообще. Мощно. Так, заткнем так. Лаву. Заткнем. И руду вот эту вскопаем. Жаль, что всего одна. И она почему-то не выпала. Наверное, железной киркой эта руда не выпадает. О, я нашел реалмит. Отлично, жаль, только 4 штуки. Так, надо сейчас будет песка до шиша вообще накопать. Я в пещере шиша, сейчас, песка. Не могу пока. Я просто говорю, о, и кактус еще надо будет. Слушай, если найдешь этот лазурит, тащи его домой. Да. Так мне надо много сначала лазурит как-то надо подобраться. Опять. Через лаву эту пройти надо как-то сначала. О, тут еще шахта дальше есть. В этой шахте прикольно, железа да? Немало. О, тут, короче, вагонетка с сундуком. В ней уже... рельсы есть. Их один хлебушек. Чародейская книга. Везучий рыбак 3. Тащи все это домой. Домой тащи. Есть еще какой-то осколок иридия тоже, пожалуй, возьму. Не знаю, правда. Тащи, если что, вагонетку и рельсы домой понадобится. Сколько рельс, кстати, у нас? 11 штук. Уже неплохо, уже есть. Но может тут еще найдутся. Ну, тут может железа немало. А, тут еще есть рельсы. Можно с земли. Можно взять те, которые лежат на полу, рельсы. Вот они нам и понадобятся. Сделаем тогда потом же типа метро между домами. Ладно, фиг с ним говорил. Меня на это метро. А, метро сделать? Метро. Метро, да. Сделаем метро. Да. Да разумнее, наверное, чем просто проход подземный. И только надо будет более ровно сделать, чтобы вот без этих зигзагов непонятно. И потом опять, чтобы не наткнулся кое-кто на карьер. Ой, чуть в лаву не угодил. Показывать пальцем не буду. Ладно. Так, тут тоже деревянный здесь тогда замок. Надо будет. Ай, господи, тут... Ай!
А как это случилось вообще? Что там опять Как она случилось, блядь? загорелась, от чего? Да тут деревяшки загорелись. Немного. Ой, только бы этот Значит, где-то гравий на лава меня есть. не упал сейчас. Значит, где-то есть Обалдеть, я лава много рядом. железа накопал, а реалмита вот мало. А булыжник кончился, что ли? Ладно, В плане придется это. булыжник. Булыжник, который был в инвентаре, кончился. Ты можешь его с карьеры забрать очень много. Я в пещере сейчас, и я далеко слишком от карьеры. Ой, лава сейчас ко мне Хотя, пойдет. с другой стороны, ты в этом... Ты в пещере, блин. Чё там, булыжника вокруг, что ли, нет? Есть. Вот я и копал сейчас только что. Ну вот. Решение вопроса. Решение вопросов онлайн. Павук, и это Ай, вроде ай, входит. блин, горю. Так. Думаю, серию скоро надо будет заканчивать. Да. О наших неудачах. Да, Одни очень большая неудачки. неудача была для меня сегодня. Я просрал все свои вещи. Реалмитовую кирку. Ну, на новую реалмитовую кирку, конечно, у меня хватит ресурсов. Ух, сколько рельсов тут, обалдеть. Мощно. Уже это сколько надо будет ресурсов сейчас переносить? А, так, либо поспим, либо день ставить надо. Ну, у меня кровати, к сожалению, с собой нет. Надо было взять в сундуке кровать. Ну, значит, поставь день, пожалуйста, тогда. Мне Ладно. ресурс надо перетаскивать Придется хотя немного бы. чистить, сделать. Мне сейчас надо будет ресурсы переносить. Так, ладно, пока сначала один сундук все сформируем. Так скажем, всю кучку. Отправимся в сумеречный лес. Лучше бы мы отправились, чем в этот Ну, ад. Там знаешь. безопаснее. Уже не выбираем, как бы. Не из чего выбирать уже. Но для этого нужно найти алмаз. Один хотя бы. Да найдем у нас карьер, есть автоматически. Чего нам-то? Видим. Долго до алмазов ему еще там копать карьеру. Ничего найдем, не переживай. Так что я буду по пещерам лазать и искать. А я пока займусь разгрузкой карьера. Надо разгрузить карьер. Да. Надо разгрузить карьер. Иначе, блин, никак у нас здесь. Четыре золотишка я еще нашел. О, еще реалмит, отлично. Булыжник, булыжник, булыжник. Чисто сейчас будет сундук с булыжником. Слушай, а у нас есть, если что, где-нибудь потом булыжник применить же, да? Наверное, может быть. У нас просто, возможно, будет такое, что нам несколько сундуков булыжника надо будет. О, я еще нашел вагонетку на рельсах. Что-то будем, С значит, сундуком. Строить очень много. Вагонетку с сундуком еще нашел. Может, там что полезное будет внутри? Шикуем. Есть золотое яблоко, есть уголь, есть целых 8 лазуритов. О, лазурит тащи домой. О, реалмит. Нужная Надо вещь сначала всегда за... была. О, вот. Всегда была нужная вещь. Реалмит. Еще 4 реалмита. Ой, крипер. Сколько сюда всякого шлака у нас? Опа, песчаная, ой, пещерная гусеница. Ой, еще лазурит. Ой, я вспомни ротаров, как они нас гасили с тобой. А, тут ротары, кстати, на мини-карте есть. Одного вижу, но до него далековато. Слушай, с него же алмазы выпадают. А выпадают алмазы, да.
И, кстати, убиваются. И, ну, они, кстати, не такие опасные, как полуадские пауки. Я, конечно, ни на что не намекаю, кажется, но я думаю, алмазы нам нужны. Нужны, конечно. Тут я и не спорю. Так, это великолепно. Так, отсюда сейчас землю пока буду переносить. Так, надо по воде вверх подняться. Давай, давай, быстрее ползай, блин. Надо будет еще песка побольше. Боже. Начнем с верхнего сундука тогда заполнение. Так, тут тупик. Ротара найти бы. Ты только аккуратней с ним, ладно? Да. Я вижу слайма на миникарте одного. Блин. В паутину заехал. Мощно. Где же ротары? Я не вижу на миникарте ни одного. А, вот. Ой, крипер! Не навредил. Что страшнее, ротар или крипер? О, слайм. Один всего. И маленький. Откуда там взял? Откуда тут взялся слайм вообще? Не знаю. Откуда-то взялся. Так, ладно, я полностью инвентарь разгружаю, чтобы таскать. Так, я и подойду к ротару, пожалуй. Я вижу его на миникарте. Теперь потом с этим железом займусь. Всё, теперь так, надо как-то найти этого ротара и получить алмазы с него. Так, сейчас предлагаю, ты поход в шахту заканчивай. Походом в шахту заканчиваем серию. Да, я только сначала ротара найду, что-то он с миникарты. А, вот. Ротары просто тебя забоялись и слиняли от тебя подальше. Надо пожрать срочно. Скоро кончится, блин, это картошка. Да уж. Подумаешь, картошка это не морковка. Эх, жаль, нету ведра с водой. Придется дорогу себе из камня делать. Дорогу из камня. Проруби окно в Европу. У меня кончился камень. Не пробраться туда мне. Придется искать другой путь туда. Да уж. Придется ход копать туда. Любите ли я копать ход себе? Ты, конечно, сказал так, это еще двусмысленно. Я, конечно, иначе намекаю. И 49 так. Железа у меня. Не в лаву бы только не угодить сейчас. В лаву угодить, это будет такая беда. Это фиаско, братан. Просрать все вещи еще раз придется. Да уж. Посередине буду заполнять прочими блоками, тогда, наверное, я. Диорита вот столько места. Под диорит выделю. Под андезит тоже вот столько места выделю. И под. Фух, отлично, я пересек границы. Лаву. Ротар теперь в другом месте находится почему-то. Да уж, раньше от них бегали, сейчас за ними охотимся. Я охотился за ними и ранее. Классно, да, время меняется? Нет, нет! Чё, он тебя нашел? Нет, нет! Макс, это жесть, это фиаско. Ой, это лютое просто сейчас произошло у нас. Короче, никогда нельзя копать это. Под себя? Под себя, да. Я думал, ты не копал под себя. Короче, я просрал свои вещи во второй раз. Все. Какой ужас, а. Я хотел гейммод по-быстрому написать, но не успел. Все, всем вещам кирдык опять пришел. У меня ничего нету. Да уж. О, ты теплицу делаешь, прикольно. Ладно. Я хотел уж найти алмазы и думал в следующей серии Сумеречный лес пойти.
Но, похоже, на это у нас откладывается снова. Я опять просрал все вещи, и у меня вообще ничего теперь нету. Ничего просто у меня теперь нету. Просто ничего у меня теперь нету вообще. Все сгорело в лаве. Ладно, давайте закончим. С вас и господи, писос, с меня эпичный, с нас эпичный видос. Подписывайтесь на стрим, с канал Лога, канал Спадибу ВКонтакте и всем. Пока.